Очередная посылка для велосипеда. Шла там буквально несколько дней, тоже доставили курьером. Точнее, не курьером, боюсь. Ну, дошла очень быстро. Не почта, а MLM, как называется компания. Так. Упаковано довольно хорошо. По крышками. Это велокомпьютер для нового велосипеда. Кстати, довольно хороший и функциональный. На, снимай напряжение. Так. То есть реально такой вот можно и подарок сделать. Не стыдно подарить. Сейчас. Единственное, непонятно, почему сам велокомпьютер снаружи в коробке. Такое вижу первый раз. Что тогда в коробке? Если компьютер почему-то с этой стороны приделали. Это не странно. Что обычно внутри ее. Они должны были сделать не так. А вот так вот. Вот так должен быть. Ну ладно, это мелочь. Главное, что ничего не по. Мялось. Довольно такой большой экран. Так, что у нас там с инструкцией? Мне главное, чтобы были батарейки. Батарейки, мне кажется, так нет. Придется и покупать. Так, вот инструкция. Ой, хоть она на английском есть, не только на китайском. На русском нет. Тут, в принципе, тут все понятно. Самое главное, чтобы здесь были указатели установки диаметра. Так. Короче, размер колеса, как вы смотрите, чтобы он точно показывал. Сейчас посмотрим, что у нас здесь. Да, и что удивительно, здесь есть батарейка. Так, чтобы компьютер включился, необходимо было вытащить батарейку, по ней была такая бумажка. Предохраняла. Так. Не знаю, вот кнопки здесь сенсорные, между прочим. Сейчас я его настрою. Ну, мне кажется, кто знаком с компьютерами, тот тому легко будет это сделать. Не все однотипные. Вот это диаметр колеса показывается. Сейчас я посмотрю мой размер. У меня 2 на 2,5. 2,6 на 2,5. Ну здесь 2,3 только есть. Поставлю 21,35. Клавиша сет устанавливать. Так, параметры, моди выбирать. Так, 21.35. Я первый раз вижу сенсор. Причем за такую сумму. Ссылка будет в описании. Так, что у нас дальше? Вот это что за цифра? Так это длина окружности второй велосипед, насколько я узнал. Тут не будем ничего трогать. Дальше. Это вес мой. Ну, так, это единицы измерения какие-то. Так. Выберу 85. Дальше у нас идет, ну, технический, когда он будет показывать. Ну, после 200 км будет показывать, что пора смазывать велосипед. Ну, оставим так, как есть.
Ну, это, видимо, это для второго велосипеда, я смотрю, 1-2. Так, и дальше что у нас? Все. Температура показывает 2,76, что соответствует действительности. Так, на главном меню у нас, сколько мы проехали, температура, как я уже говорил, и время. Чтобы поменять, нажимаем моде. Но я не буду километраж измерять, мне главное поставить время. Так. Так, вот время. Устанавливаем дату, там надо было свет удержать. 21 год, тут месяц идет. На сколько сейчас? Третий, да? Третий. Какое у нас сегодня число-то? Немножко так, сложно нажимается. 20-й, да? Добавляем сегодняшнюю дату. Дальше 24-часовое у нас время. И у нас сейчас 11:08. Так, все у нас установлено. Это первый экран сейчас. Второй экран показывает скорость максимальная, какая у нас была, дистанцию проехали, сколько бросили калорий, сколько времени в пути. Вот такой велокомпьютер, довольно-таки забавный. Я первый раз вижу его, сенсорный компьютер. Сейчас я его установлю, и можно будет ехать. Так, я пленку сниму, конечно. О. Так намного интереснее. Ссылка в описании на него будет. Он довольно-таки за хорошую цену, но все равно пользуется и сервисом для того, чтобы получить еще возврат, небольшой возврат суммы. Так я не понимаю, почему тут дистанция 5 километров, как будто мы проехали. Ну, видимо, пока я настраивал, что-то пошло не так. Ну ладно, это не суть. Так, крепится он довольно легко. Еще, если кто-то боится, что там его украдут, можно скотчем. Я иногда делаю, что скотчем обматываю, но для сохранности. Что мы еще имеем в комплекте? Шнурок, который к магнитику идет. Вот. А нет. А это клеммы. Шнурок, который идет к колесу. Вот. К колесу идет шнурок. Там он крепит. К раме. К вилке. Вот, и на колесо, на спицу мы вешаем магнитик. Магнитик у меня уже есть на колесе, поэтому я трогать не буду, все они одинаковые. Клеммы и несколько липучек. Все. Такой немножко коряво. Корявый ролик получился. Что тут все ходят, мешают, ладно. Покупка я доволен. Тут еще есть такой вариант, есть беспроводные велокомпьютеры, но мне они не нравятся. У меня был такой. И когда садится, разряжается, он непонятно где. Вот, допустим, на магнитике там есть тоже батарейка. Его тоже надо менять. Ну, короче, проблематично. А тут он спокойненько себе прикреплен к рулю. Ничего страшного.